Так. Все записывает. Новая серия Жож Блогов, вторая серия. Вот Женя. Артур. Да нет, же. А, блин. Видео Жеж. Видео Жеж вообще-то вторая серия, да. Я что-то перепутал. Короче, наш любимый подписчик Артур Калашник предложил несколько идей по улучшению нашего шоу. Так. Во-первых, лучше больше говорить об Артуре Калашникове, а во-вторых, побить Женю Качка. Не очень вообще. Пока даже не прощались. Понятно, понятно. Да мы сейчас. Вот, я его бью. Поздоровайся. Давай еще поздоровайся. Все, ты умер. Итак, Артур Калашник, надеюсь, мы выполнили твою просьбу. Теперь перенесемся к этим человекам. О чем же они говорят? Астронаут, я всегда мечтал. Тебе из глубин, на дно. Давайте говорить об Артуре Калашникове. Бля. Что ты думаешь об Артуре Калашникове? Он ублюдок. Все. Да. Ты слушал это, потом будем его толкать в школе, в коридоре. Он к нам закатится сюда? Нет. Он может. Данил, что ты думаешь об Артуре Калашникове? Почему нет? Прикольно. Что ты думаешь об Артуре? Кек. Ты кек. Я от одного из аркадных я не откажусь. Аркадный момент. Мася, а что ты думаешь об Артуре? Теперь прощаемся. Прощаемся. Скидки надо смотреть. Его тоже будем толкать, потому что он проигнорировал вопрос. Этот как его? Проект Ясова. Мы снова идем на каток. Shockblade Z. Билет Z. Да, Shockblade Z. Опять каток. И Роджер не может выпустить. Что? По таймингу. Только хотел сказать, сейчас не выпадет. А проект Ясик может. Артур Калаш, круто, чувак, вообще. Лепрогномия, наш спонсор, канал. Вот это только Шакблэйд может выпустить. И майонез Махеевский. Обидно. Тоже. А еще Гнфа. Официальный паблик канала Фан Гнфа. Наш спонсор. И кто там еще? Кто там еще наш спонсор? Шикарно. И Крыжовник Шоу, канал YouTube, канал Лепрогномии. Согласен. Спасибо их... Короче, спасибо Артуру Калашникову, самому крутому чуваку вообще, круче, чем Женька, нет, не круче, чем Женька, прости, круче, чем Гена Горин, да. Ничто не может быть круче, чем Гена Горин. Женька. Нет. Все, мы его затолкаем. Нет. Обязательно. А. Гена, он the best. Спой песню «Елочки». Ёлочка моя. Ну, песню, которую гимн Ёлочки 2015. Лесу родилась ёлочка. Всё, мы его не знаем. Давайте петь любимую песню Калаша. Какую? Columbia Pictures. Калаш, не представляет. Убери меня, Шалаш. О, слышу. Данил, спой ее еще раз на камеру. Калаш, калаш, забери меня в шалаш, в котором будет медведь, Лукашенко. Садомист. И детьми оператор, который засовывает камеру. Который тоже с ним согласен. И солидарен. Да. Кстати, Егор, а ты примешь калаша в нашу группу? Нет. Сделаешь меня админом? Нет. Надо было в другой порядке спрашивать. Данил, сделаешь меня админом? Не смей. Почему? Я вас кикну нахер. Я хочу аватарку поменять. Просто. Дай мне эту аватарку, я поменяю сам. Ты не поменяешь. Ты админ на меня сколько уже сделать обещаешь? Мне пока. Сейчас позвоню сразу тогда со скидками. Чу-чу-чу. Саша Кобыри. Ну сделай плиз меня админом. Ну, плиз. Ну, сделай, плиз. Кстати, это же твой видеоблог. Почему ты себя не показываешь камеру? Зачем? Я что, пилик, что ли? Скажи.
Надо будет вырезать от слова при монтаже. Что подставишь вместо него? Пилик. Ты говоришь, что пилик, что ли? Да. На майна. Хватит, мне снимать неловко. Ну ладно.